Tick, 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 one tick image. Mm-hmm. Oh, done that. Видал, все рассчитано. Все рассчитано. Да заебало меня эта быстрая ходьба. Зато их хотя бы целых две. Не беда. Беда. Не беда, не беда. Блядь. Вот не утонул. Ну ты видел, я почти зацепил. Ну ты сейчас утонешь, кстати. Бесславная смерть. Куда ты пошел? Нет! Слышите, верьте джинки, блядь! Ящик, да! Верьте джинки! Ебать, он там налутал! Пидорас, блядь, все мое добро забрал! Огня! Пизда Хабиби, блядь! Я пойду ему динамит нахуй поставлю! Пидорас, вот мой ход, и он у меня все спиздил! Да, не блядь. Знаешь, что я тебе скажу, блядь? Ну, похуй мне на всех, блядь, на. Вот с таким же смехом я сейчас сижу, блядь. Насобирал мои аптечек. Гандон, блядь, что это нужно? Ну, прям целенаправленно проехал, все, залутал. Пиздец. Выпустил, Retribution выпустил пар, блядь. Я, блядь, все продумал. Как ты там скрипишь. Остановись, сука. Это. Охуенный момент. Вот он. Пизда тебе нахуй. Терминатор, блядь! Ты слышал? Ебать! Ну ты сам этого добился. Красиво, красиво, одобряю. Пизда Шурику. Это было потрясающе. Я тоже так думаю. Ну что-то вот там вот, ну, гимн, сейчас как прилетит, блядь. Его раскрыли. Шалость удала. Попытка, так сказать. Хуйня. Не, она не такая длинная сама. Ну ёпту мать. Учитесь у папочки, ёпту. Ну только та сторона, но я бы хотел банан кинуть. Ну возможно, ты умрёшь. Кидай мне. Это очень полезно. Спасибо, блядь, что она нахуй не работает. На гранаты не работает лазерный прицел. Так, ну собственно, все, что мне надо, я сделал. Как обычно, по старой доброй. Ну какой ты молодец. Что это? А что это? Ой, нет, туда я не хочу, туда Кеннеди стреляет. Надо убить Кэнди. Это
когда это решено. Ебать. Да, я хотел тебя этому научить, но ты не учишься. Ну ладно. Я и так все умею. Блять! Можно тебе поаплодировать? Можно. Тут есть Шурик. А у Шурика, как всегда, имеется план. И даже не один. Шурик всегда сначала придерживается запасного. Блять! Ну за что? Почему тебе везет на этот двойной урон? А? Везет дуракам и пьяницам. Это точно. Вспомни, как я зимой нажрался. Бля, теперь бы реализовать этот план как-то вот так вот по-красивому. Ты курсишь, что... А я не буду тебе подсказывать, иди к ты нахуй. Действительно, надо нахуй уйти. Я боюсь, что это мне, конечно, не особо поможет. Ну, блядь, надо как-то вот так вот аккуратненько, чтобы прям вот... Чтоб прям все было вот как... Блядь, ну не туда же. Ну, я хотел с другой стороны. Пиздец. Мне кажется, твоему там пизда точно. Там сколько? 684. Смотри, сколько там, блядь. 684 урона ты сам себе нанес, ты понимаешь? А ты в курсе? Оплакиваем Шурика. Гуляй, страна. Пизда лопуху, судя по всему. Не факт. Ты посмотри, как там за ним гналось. Хорошо. Ну и да. Так ему и там досталось в итоге, когда он туда прилетел. Да, ему пизда. И Штанмайеру пизда. Если... А хотя... Нет, здесь текстурка. Да, он, блядь, непутёвый оказался. Тэкс. Тут надо прям... Это точно. Вложиться в... Вложить душу в этот расчет. Не знаю, вот это вот рабочая, интересно, текстура или нет. Она ж тёмная. Я так и знал, блядь! Да! Стороны больше нет! Ты в курсе? Я хотел спросить, а ты помнишь, что тут, блядь, ещё... Я вот смотрю, как ты, блядь! Куда я путь держу? Пока хуй знает, я разрабатываю план, пока иду. Сочиняешь план? Ну, либо раскуриваю его, не знаю. Типа тут все зависит от обстоятельств. Не, ну там вот, собственно, самое интересное, по сути. Поэтому я тоже... Ну, что это значит? Ну, все как обычно. А, ну... Санёк, он принял твой план. Он в план выходил. Как и Джо? Да. Ой, блядь, ну как это неинтересно. Почему именно мой там стоит, а? Блин, или повыёбываться. Пулемет слишком просто, на самом деле, да? Тебе так не кажется? Вот тебе так не кажется, что пулемет слишком просто? Мне кажется, есть работа для кота-кокоса. Я хотел пошутить про то, что сейчас кота кокоса не будет для работы. Он пережил, ладно. Заебал, оставь ты мне хоть одну утилиту, дай мне-то повыебываться. Там ничего, блядь, интересного нет, там нахуй тебе быстрая ходьба. Чтоб быстрее ходить.
Понял, блин. Так. Ну там уже все красные. Хотя, блядь, еще разочек бахнуть, в принципе, можно. Ну давай. Хуй с ним. Главное, самому тут. Давай, на всю силу, блядь, так что в тебя обратно отрикошет. Там в меня и без этого отрикошет. Даже пересмотрю специально. Вот один заводила прилетел.